Добрый день, друзья! Здравствуйте! Нас очень часто спрашивают, как мы грузимся быстро и эффективно, так, чтобы вот погрузиться сразу в состояние сомнамбулизма, парасомнамбулизма и так далее. У нас есть много видео, где мы демонстрируем саму загрузку. На клубах это производилось и на наших курсах, то есть материала достаточно. Мы просто сейчас расскажем схему, по которой мы, как правило, сами загружаемся и загружаем других людей. Самое главное, чтобы тело расслабилось. Тело расслабилось практически полностью. Каждая полностью клеточка была расслаблена, и ваше внимание проходило по всему телу, было расконцентрировано. Оно покрывало просто все тело. Поэтому, как правило, движение начинается со стоп. И дальше от стоп пятки, голени, колени, бедра, живот, грудная клетка. Дальше мы можем использовать глубокий вдох и очень медленный выдох. Дальше мы проходим по рукам, кисти, до локтя, до плеча. Опять-таки грудная клетка, глубокий вдох и выдох. И каждый раз, когда вы будете погружаться, вот вы концентрируете внимание на том, как вы все больше и больше чувствуете свое тело. Да? То есть вы в каждой, ваше сознание уже присутствует в каждой клеточке вашего тела. И дальше вы переходите шея, челюсть, лицо, волосы, внимание вовнутрь головы. И обязательно внимание уделите вашему внутреннему состоянию. И, по сути дела, все, вы будете глубоко угружены. Какие фишки использую лично я, да, при погрузке? У меня есть якоря, которые позволяют очень быстро, вот так раз, два, три, я уже в состоянии. То есть они наработаны. Якорем у меня является челюсть. Когда я на ней концентрирую свое внимание, она, если я ее умышленно под закрытым ртом расслабляю, расслабляется сразу все тело. Почему? Потому что, как правило, в стрессовой истории человек всегда реагирует сжатием зубов. То есть как только стресс, так зубы сжались. И этот стресс – это реальные зажимы, блоки в нашем физическом теле. И поэтому, если вы осознанно расслабляете челюсть, вы осознанно расслабляете и тело. Да, то есть обратная связь, прямая обратная связь работает. Это первый якорь. Второй – очень хорошо расслабляют мышцы лица. Третий якорь у меня – это состояние. Я все время держу внимание на том, чтобы у меня состояние радости, которое откликается вот каким-то таким движением вдоль позвоночника. Если вы посмеетесь, вы заметите, что у вас там что-то прыгает внутри. Вот это что-то я заякорила и сразу перевожу внимание, где у меня этот якорек находится. Если он находится в грудной клетке, все, я иду дальше. И следующее – это внимание на гипофиз. При этом иногда я уделяю внимание, чтобы у меня мышцы глаз были полностью расслаблены. Сейчас, в последнее время, я уже на этом не акцентирую внимание, просто это забываю, это уже автоматически происходит. Но вот основные мои якоря, когда я гружусь. Какие у тебя фишки, чтобы загрузиться быстро? У меня тоже несколько якорей есть. Ну, первый тоже, это больше тренировочное, когда расконцентрируемся по стопам и поднимаемся вверх. У меня уже как тренировочный такой процесс идет, что... А когда я дохожу, вот поднимаюсь по бедрам, до живота, мне уже становится скучно, и вот это сонное состояние, когда уже готов заснуть, и вот хоп, ну, то есть я вот уже говорю, у меня уже все, заскучал спать. И, то есть не засыпаешь в этот момент, а именно, ну, попадаю в эти состояния. А потом еще момент, это когда она расслабляется, вот как у вас челюсть, у меня мышцы лба расслабляются, вот кожа как натягивается, и тоже сразу... спать опять вот в эти состояния. И точно так же фокусирую внимание на гипофизе, и у меня там все заливается светом, все, я понимаю, что в этом состоянии. А еще вот последнее, это когда уже могу и с открытыми глазами быть в этом состоянии, это такое состояние, то есть у всех людей есть какие-то свои секреты, такие глубины, и которым знает только он. Я вот ориентируюсь на этом чувстве, то, что только знаю я. И вот это вот состояние внутренней такой вот честности с самим собой, хоп, словил это чувство, и все. И то есть сразу же начинается, я чувствую все, я знаю все. То есть можно без загрузок уже и с открытыми глазами, и в бодром состоянии быть в загрузке. По сути дела, чувствовать себя самим собой настоящим и искренним. Поэтому мы все время рекомендуем тем, кто начинает заниматься инфодайвингом,
практику зеркала делать постоянно. То есть это ключ к тому, чтобы и грузиться хорошо, и себя принимать, и информацию получать, и выстроить свою жизнь счастливой. Я не могу сказать, что если человек жестко идет по карме, он после этого перепишет свою судьбу, но в любом случае отражать, излучать счастье и получать счастье у него может начать получаться.